Антон, ну все было супер. Мы встретились с девчонками, все были, Нинка, Светка, ну все, мы посидели прямо возле моря, покушали, и все, и в 9 я пошла в гостиницу, спала, просто устала, тебе потом все расскажу, потом я постельчик. Лен, ты не хочешь мне ничего рассказать? Хорошо, Лена, я начну. Ты же знаешь, что да. Когда ты снимаешь деньги с карточки, мне на телефон приходит СМС. И там написано, где, когда и сколько денег ты потратила с карточки. Кто присылает эти СМСки? Автоматика, Лена. Кто? Роботы. Антон, вот ты кому больше веришь, мне или роботам? Вот, 11 вечера, ресторан «Черное море», 12, клуб «Ибица», час ночи, клуб «Сансет Бич», 2 часа ночи снова клуб «Ибица». Антон, ну я ничего тебе не буду рассказывать, понимаешь, ну у тебя есть свои секреты, у меня есть свои секреты. Главное, что в итоге все нормально, я вернулась. Лена, пожалуйста, давай, расскажи, с кем ты и как тусила, что это было, Лена? Только правду, пожалуйста, не врать, хорошо? Хорошо, Антон, я тебе расскажу. Так, давай. Это Нинка, она неадекватная. Кто снимал деньги с карточки? Нинка! Это не ты? Не я! Это Нинка снимала, она стырила у меня карточку. Давай всю ночь по 10 тусить по клубам, снимать деньги, все, понимаешь? А ты не поехала по клубам? Я не поехала. Я не поехала, вот так вот встала и сказала, девки, мне эти блядки не надо. Я ему сказала, у меня есть Антон, я его люблю, идите делайте, хорошо, что хотите. И осталась в отеле, да? Да. И спала в отеле? Вообще, спала всю ночь, просто очень хочется спать. Я тебе все потом расскажу. Смотри, мне в 2 часа ночи звонил Юлик, он видел тебя выбиться. Хорошо, я заехала туда на 5 минут. Так, на 5 минут. Я на 5 минут заехала, потому что я переживала за девчонок, понимаешь, ты знаешь. Тем более у Нинки была карточка. Я заехала, увидела, все нормально. Мы бахнули по чуть-чуть, и все. По чуть-чуть бахнули? По чуть-чуть бахнули. Счет на 6 тысяч евро. Нинка бахнула плазму. Нинка конченая, тем более, когда на коксе, понимаешь? Там кокс был. Антон, это Одесса, там весело, понимаешь? Ну, самое главное, вот ты не переживай, вот не делай вот так. Я все время думала о тебе, ты был в моем сердце. Я прошла все искушения вот этих всех казахов неадекватных. Какие казахи? Что за казахи, Лена? Какие казахи? Какие казахи? Какие казахи? Ты сказала казахи. Я сказала казахи? Да. Что? Они неадекватные. Кто их нашел, этих казахов? Это Нинка. Это не ты. Это...